I think we played pretty solid hockey game today. We were ready for the game. I think really good first 20 minutes for us. Even 4 minutes penalties, but PK played really well today. Good goalie. All four lines. Solid defense. I mean, really, defense was the key today, and we spoke before the game that we need to play 60 minutes strong defense together, and I think we did it well. Good goals and really good team win. That's it. There you go. Да, я готов переводить. Да, пожалуйста. Сегодня мы очень надежно сыграли, в том числе и в обороне. Мы как раз об этом перед игрой разговаривали, что мы должны сегодня все 60 минут продемонстрировать хороший хоккей в обороне. А я думаю, что первый период нам очень хорошо удался. Достаточно хорошо его провели и выиграли счет 2-0. Еще отмечу нашу игру в меньшинстве, несмотря на то, что мы получили 4 минуты в втором периоде, мы хорошо их провели. Поэтому сегодня очень хорошая такая командная победа, то, как мы просили хоккеистов сыграть сегодня. Поэтому, в общем, сегодня нам игра удалась. Спасибо. Ваши вопросы? Добрый вечер, можно? Да. Да, здравствуйте, Азамат Шелуков, Митя Корсеть. Первый вопрос. Был ли настрой, было ли желание именно сегодня победить максимально спокойно после матча с Куньлунем, в котором вели 4-0, но позволили сравнять. It was some good desire today to so win so confident, because last game versus Kunlun some not good game for your team. No, I think we have a good confidence now and we know how well we can play and we know how we need to play and I think today I felt already before the game that team was like really confident and we were focused on the game. So but really good 60 minutes today. Сегодня перед игрой у нас у всей команды была такая хорошая спортивная уверенность, и в принципе это ощущалось, и поэтому я это прекрасно понимал. Я понимаю, как мы можем хорошо играть, и как мы можем играть все 60 минут, поэтому сегодня это ощущалось, и мы спокойно сегодня матч выиграли. Комментируйте, пожалуйста, дисциплину в первом и втором периодах. Там снова удалялись Панин и Науменков. Они достаточно стабильно удаляются. В чем проблема? A few words about discipline of, for example, Науменков, Панин, first period, so just what the problem is. Именно excuse me, could you repeat? I didn't hear. Азамат, еще раз повтори, еще раз, что именно нужно? Penalties. Yeah, да, прокомментируйте, okay, пожалуйста, yeah. Дисциплину, sorry, особенно у Панина и у Науменкова. Especially Панин и Науменков, yeah. Sorry, I didn't hear. Yeah, for sure, we need to get rid of those penalties like this. And I really believe that all our guys in our team, they really know when playoff time is coming. And so when we play really those important games that we can't take penalties like this. And I'm not worried about that. В общем, я об этом не переживаю, потому что все в команде прекрасно понимают, что нам нужно от таких удалений избавляться, и такие удаления недопустимы. Поэтому, но да, в общем, сегодня, конечно, были такие моменты, но в плей-офф это и будет недопустимо. От меня последний вопрос о Тарасове. Сегодня он снова сыграл. Заранее решали, что он выступит против Риги, либо дали ему сегодня шанс реабилитироваться, возможно, за матч с Куньлунем? Спасибо, у меня все. It was a plan. Tarasov played today or just give some moment to pay back for the last game? We don't want to take any risky with Juha and we trust Tarasov and Metsola, both goalies. We have two really, really good goalies. So that's why we decided that Tarasov, he can continue. And I think now after game, it's easy to say that it was a good decision. У нас два хороших голкипера, поэтому мы хотели сегодня предоставить возможность играть Тарасову, и я думаю, что как раз-таки после игры он подтвердил, что наше решение было совершенно верным сегодня предоставить ему шанс сыграть в этом матче. Здравствуйте, Денис Таипов, Горобзор.ру. Первый вопрос. Смотрите ли вы в турнирную таблицу и на возможных соперников по плей-офф или от соперника пока не отталкиваетесь? What about standings? Do you think something about opponents who can play versus your team in playoffs or just don't think about it? No, we focus. We know that we are top four and only thing what we're thinking now, it's how we can improve our game and
how we can make those small details better. And this is only thing because there is so many things which one like influence still. So we don't know who is our opponent. So no sense to use energy for that. Не думаю, что нужно как раз-таки на эту энергию тратить, потому что есть нам чем работать, те маленькие детали, есть нам на что в игре улучшать. Плюс не будем забывать, что в таблице все очень меняется, и поэтому много таких факторов, которые могут повлиять, и совершенно не ясно, с кем мы будем играть в первом раунде плей-офф. Самое главное, что мы понимаем, что мы входим в топ-4 команд на Востоке. А есть ли среди потенциальных соперников, ну, скорее всего, там, да, три трактора, автомобилист Борис, максимально неудобный какой-то коллектив для вашей команды? Денис, ты прервался что-то? Да, сейчас слышно? Да, вроде получше, давай еще раз, пожалуйста. У Салата три потенциальных соперника в первом раунде, Борис, трактор, автомобилист. Есть ли среди них какой-то максимально неудобный оппонент? Автомобилист, трактор... Or other teams possible to play versus you. So, can you say who the bad choice for your team for first round? No, I can't say. There is all those teams reach them, make the playoffs. All teams are really strong. So, when we can see who is our opponent, then we start planning how we can beat this opponent. So, but so far, no any opinion. А все, кто вышел в плей-офф, это абсолютно все сильные команды. И поэтому конкретно сейчас сложно об этом говорить. Мы будем готовиться уже, исходя из того, что когда будем понимать, с кем, против кого мы будем играть в плей-офф. Спасибо. Еще вопросы? Если вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо большое. Да. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер команды «Динамо Рига» Петер Скудрис. Сначала по-латышски, потом на русском. Jā, nu smags spēle priekš mums. Pretinieks ļoti meistarīgs un ļoti jaudīgs. Mēs šodien visu spēli centāmies to ripu noķert, nokontrolēt, un tā arī nespējām to izdarīt. Kaut gan, cik vien tas bija iespējams, centāmies būt pacietīgi. Zinājām, ka daudz būs jāspēlē bez ripas. Bet tie momenti, kas bija ar rīpu, mums šodien bija ļoti zema kvalitāte. Piespēlēs, pieņemt, atdot, metien, lēmumu arī bija tādi pašvaki. Protams, jādod pretiniekam visu nopelnu ļoti spēcīgu komandu un ir uz tādu viļņu. Tagad laikam viena no tādiem topiem līgā. Tā kā laba pieredze pāris jaunajiem. Redzam, jā, cik mums pietrūkst, teiksim, tā meistarības un cik mums pietrūkst arī jaudas, jā, spēlējot par tādām komandām. Tā ir tāda pieredze dotajā brīdī. Informācija, kas ir nepieciešama. Поиграть, да, сложный матч, но дать должное Уфа очень мастеровитая команда, наверное, самая мастеровитая, по нашему мнению, в лиге и очень мощная, очень мощная. Еще не просто отобрать у этой команды шайбу и знали, готовились, то, что много надо будет играть без шайбы, терпеть, ждать свои моменты на контратаке, но качество игры с шайбой у нас сегодня было на очень низком уровне. Пас, переприем, решение. Очень много брака у нас сегодня было. Да, понятно, что противник играл быстро, цепко. Не смогли мы исполнить. Хотя были моменты, где забей, зацепись за результат. Это у нас тоже было. Но повторюсь, исполнение при игре с шайбой у нас сегодня было на слабом уровне. Но это опыт для наших молодых ребят, да, играть против таких команд. Да, и, в принципе, для всех нас хорошей информации, понять, чего нам не хватает и вообще в чем нужно добавлять, чтобы играть на равных, да, и обыгрывать такие команды. Алис, спасибо. Ваши вопросы? Не все там. Можно вопрос? Извините, да, я хотел, что на латвийском. Денис Тейфу, Горобзору, вот вы сказали, что Уфа самая мастеровитая команда, да? В КХЛ можете пару компонентов назвать, почему вы считаете ее самой мастеровитой, то есть в каких элементах? Ну, могу сказать одно, так как играет Уфа в пас и в позиционной атаке, но, опять же,
мы считаем, опять же, это наше какое-то мнение, что у них равных нет. Это не только тройка, это не только тройка иностранцев, да, но вообще команда очень, очень здорово играет в пас, очень хорошее движение в атаке, да, и самозаменяемость очень, очень такое мощное, да, поэтому очень непросто играть в позиционной обороне против этой команды. Ну и их раскат 5 линий тоже, это, конечно, особо тоже надо отметить. Ребята, понятно, что мастеровитые, но еще с такой, с большой уверенностью, да, что могут и подсунуть пас под клюшку, да, это для них не составляет определенного труда. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, вопросов нет. Спасибо. Балдес. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Игроки команды Салават Юлаев, Григорий Панин и Дмитрий Кубышев. Пожалуйста, по очереди. Короткие комментарии об игре с отказывают. Кто начнет? Давайте я начну. Ну, хорошо, что выиграли. Игра достаточно такая непростая была, как сначала могло показаться. Так скажем, было по ходу много моментов, чтобы забить, но мы, наверное, не реализовали их, и поэтому хотелось бы, конечно, чтобы счет побольше был. Но самое главное, что 2 очка в копилке, едем дальше. Да, я согласен. Добавлю только единственное, что вот недавно мы совсем с Динамо Рига играли дома, ввели 4 шайбы и потом упустили это преимущество. Сегодня вот тоже удалось сразу забить, и хорошо, что мы... Мы играли на одном уровне, наверное, всю игру сегодня без спадов каких-то. Вот, поэтому важные 2 очка. Спасибо. Ваши вопросы? Добрый вечер. Азамат Шелуков, Медиакарсеть. Первый вопрос такой. Вот вы, Дмитрий, упомянули матч с Ригой дома. Да, тогда тоже вели 3-0 и 4-1. Учитывали ли сегодня при подготовке ту встречу или матч с Кульнунем, чтобы сегодня сыграть максимально спокойно и не допустить вот таких приключений, как недавно? Ну, конечно, я сказал 30 секунд назад как бы об этом, что это, наверное, была главная задача. И сегодня опять же получилось забить быстрые 2 гола. И хорошо, что удержали и, повторюсь, не дали сопернику вернуться в игру. Вопрос к обоим, пожалуй. Согласны, что трактор – самый неудобный возможный соперник для Салавата, а автомобилист – напротив? Вопрос к тебе. Да я думаю, что в плей-офф вообще нет удобных соперников. Это такая плей-офф – это игры характеров, игры тактик, игры коллективов, мужиков. Поэтому тут нет такого, что удобный, неудобный, выбирать, не выбирать. Думаю, любая команда выходит, настраивается, биться, выигрывать, проходить раунды, выигрывать Кубок Гагарина. Добавлю, согласен с Григорием. Полностью это немножко другой турнир. Вот, поэтому поддержу его, что удобных и неудобных соперников в плей-офф не бывает. Не было, наверное, и не будет ни одной команды. Поэтому выходить, играть и побеждать. Предсказуемый вопрос для вас, Дмитрий, и он от меня будет последним. Вы сегодня забросили, наконец-то, за 13, получается, матчей. Как на это отреагировал? Стало ли вам легче? Переживали ли вы об этом? Как думаете, как сейчас пойдет? Слушайте, ну, я нападающий, да, и нападающий, задача которого, наверное, забивать голы, отдавать передачи. Вот, поэтому, конечно, я переживал. Вот, тяжело сказать, вот вы сказали, там легче стало, не легче, это всего 1 шайба, конечно, может быть, надеюсь, она добавит мне уверенности, которая пропала. Вот. А в целом нужно продолжать работать, играть на команду, самое главное. Еще вопросы? Да, здравствуйте, Денис Тайпов, Горобзор.ру. Как вам сегодня игралось без зрителей? Уже можно сказать, что это уже такая немножко незнакомая обстановка? Денис, ну, в принципе, уже по ощущениям это в норме, как в порядке вещей. Нет какого-то такого, что выходишь, зрители. Конечно, когда ты играешь в Уфе, где родные трибуны, где болельщики, немножко другой накал. Ну, а так, в принципе, наша задача, в первую очередь, это
наигрывать наши тактики, схемы и зарабатывать 2 очка и готовиться к плей-офф. Да, добавлю, мы уже сколько, 58 игр сыграли. Вот, да. Наверное, 40 из них мы, наверное, играли при... В основном при пустых трибунах где-то или не до конца заполнен. Поэтому я тоже с Гришей согласен, даже не замечаешь. Еще вопрос? Да, у меня есть вопрос. Вот вы выходили из отеля в Риге, потому что, судя по последним событиям, и вообще в Риге нельзя выходить, через 10 лет может такое всплыть? Не-не-не, конечно, там везде охрана на этажах, даже на лифте ты ездишь с охраной. То есть везде там с сопровождением. Ты из автобуса в гостиницу тебя сопроводили до обеда, пообедал, тебя сопроводили до номера, и так, в принципе, по такой схеме и на арену. Григорий, ну вот вопрос к вам, ну и к Дмитрию тоже. Высказывание Панарин-Назаров, вы как раз в Риге находитесь. Что вы думаете? Вопросы по игре должны быть. Ну, у нас в регламенте не прописаны вопросы по игре. Мне бы хотелось. Это прописано, прочитайте. Можно? Внимательный регламент. Ребят, можно узнать мнение? Хоккеистов слова. Денис, а какой вопрос? Да, что интересует? Ну, вчера сильно удивились словам Андрея Назарова об Артемии Панарине. Сильно ли удивились? Сильно удивились. Сильно удивились взрыву, так скажем, из прошлого непонятного. А так просто мы сидели и смеялись, раскручивая ситуацию. Ее же по-разному можно раскрутить. Кто преподнесет. Тем более, да, они вчера весь день, все новости были только об этом, поэтому, понятно, мы обсуждали, а там как-то отреагировать. Но какой-то такой реакции особенной, наверное, не было. Просто обсуждали. Спасибо большое. До свидания. Позвольте еще уточнить. Вот вы упоминали про отель, но я сейчас не про Панарина. Мне вот рассказывали, что в Риге один из самых жестких ковидных протоколов, что в других городах как-то посвободнее все-таки перемещение. Можете согласиться с этим или опровергнуть наоборот? Ну, нам, наверное, с чем сравнить? С Хельсинки. С Хельсинки мы хоть там жили за городом, можно было прогуляться вокруг гостиницы, да, в лесу. А в Нур-Султане можно гулять на улице спокойно в масках, да, но здесь мы даже не выходили на улицу. Здесь автобус, гостиница, автобус, арена. Гриш все сказал, все правильно. И последний вопрос, Дмитрий, вам. Вот вы, наконец, шайбу забросили. Как считаете, она сдвинет переговоры с Салаватом с мертвой точки вообще? Есть ли сейчас разговор о новом контракте? На этом все. Нет, разговоров никаких нет, и, наверное, не ко мне вопрос. Если вы напишете какую-нибудь такую большим шрифтом ленту, когда начнутся переговоры с Кугрышевым, может быть, подстегнется руководство Салавата. Хорошо, я напишу себе, у меня будет такой подголовок. Впереди плей-офф через неделю, поэтому ни к чему. Спасибо. Спасибо игрокам. До свидания. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Нападающие команды «Динамо Рига». Николас Елисеев. Сначала по латышке, а потом то же самое коротко. По-русски. Короткий комментарий в игре. Пожалуйста. Ну, сам на латышке. Ну, Николас, играем ладно. Не знаю, первый период. Там Нейлоком стал вайроком. Ну, и все. Поскрылись. Все возьмешь. Ничего, играли хорошо. Первый период провалили немного. Не забили свое большинство. И все, играли с сильным соперником. Что можешь сказать о голе, в котором ты тоже принял участие? Сана от слабого гора Песпа, Джеренш Пения, Музмет, Пошиток, Дверь слабый скрей, Зуарты, и гол. Отдал длинный пас. Джеринш открывался в ноль. Бросил щиток. Удачный отскок. И дверка забил гол. Последних игр стал результативным. Самым
ощущаешь, что играешь увереннее сейчас в КХЛ? Да нет, не особо. У меня всего 2 очка в 13 играх, это не так много. Могло быть и лучше. Еще вопросы? Ну, если вопросов больше нет, тогда я снимаю.